отстаивали интересы и добились своего. Еще 6 семей, жители Прибрежного 3 в Нижневартовске переедут в новые квартиры. К концу подходит история, тянулась которая несколько лет. После независимой оценки и суда жители микрорайона получают долгожданное современное жилье, а город – территорию под застройку. Сюжет Кирилла Волконского. Сергей Матвеев каждый день мониторит рынок недвижимости. Квартиру хотят приобрести в удобном для семьи районе, близко к школе, недалеко от работы. Сдали мы документы в опеку через МФЦ. Суды мы выиграли. Ждем дальнейшего решения. Матвеев – одна из 6 семей, которые переезжают. Окончание судебных процессов ожидают еще 4. Свои интересы жители двухэтажных домов Прибрежного 3 отстаивают несколько лет. Аварийными их квартиры признали в 2019 году. Следует отметить, что на период проведения судебных разбирательств администрация города предлагала гражданам для временного проживания жилые помещения маневренного жилищного фонда, от которых граждане отказались. Далее можно сказать о том, что решением Думы города об установлении льготной категории граждан 9 семей были освобождены либо полностью, либо частично от доплаты за предоставляемое жилье при переселении. Согласно соглашению о развитии застроенных территорий, после того, как из домов, попадающих под расселение, переедет последняя семья, эту площадь передадут застройщику. Кирилл Волконский, Ирик Абдулганиев, Вести Югория, Нижневартовск.